И всем привет! Мы вернулись в игру. Вот, я построил здесь базу уже на дне. На 122 метра. Тут акулки эти лазят кругом. Вон они шныряют. Но тут много ресурсов. Очень много. Поэтому место жирное. Ну что ж, я вроде как должен был все сделать, чтобы взять все нужные мне ингредиенты. Вот это... Что-то там еще. Так. Вот это. И силиконовая резина была. Тут не в этом ящике, а вот здесь. О. Делаем наш ребридер, или как он там? Ребризер, то есть. Так, сберегает кислород на глубине. Хорошая вещь. А что делаем? О! Вот он уже автоматически стал. Так, поглощает и перерабатывает CO2 и природный... А. Выдыхает его. Хорошо. Так, это у нас что? Это у нас целенькая рыбка. Ну что ж, я уже сделал этот вот. Как его? Как он там называется? Забыл. Морской глайдер. У меня еще есть батарейка одна. Вот, надо сделать еще этот вот. Так, разъем проводов. Ну, это ладно. Я там сейчас отключим. Чтобы нам не это вот... Не маяковало это все. Вот это вот отключим. Это уже не надо. А вот баллончик, пожалуй, еще нужен. Мне нужно серебро. Стекло, все остальное, это как бы ничего страшного. А вот серебро... Так, F убери, пожалуйста. О. Где-то тут под нами что-то было, по-моему. Для сканирования. Ну, это не точно. Так. Эта тварь меня хотела пришибить. Ух ты, блин, не та кнопка. Ну-ка, ну-ка, валим, валим, валим. Что это у нас? О, вот это хороший ресурс. Да, хороший. Это что, еще глубже, что ли? Сколько уже? Так, ну подождите, я пока не готов так глубоко идти. Надо больше баллон. Да какой титан один сыпется, алло. На такой большой глубине. Медяха. Где-то должно быть серебро, надо его найти срочно. Так, это тоже не серебро, но кварц мы возьмем для стекла. Титан нужен, конечно же, для всех строительств крафтовых. Чё это у нас тут? Сканировать можно? Поломанная шняга. Не хочется сканироваться. Вход в пещеру какую-то. Тоже пока рано. Ой. Да что ж такое-то? Так, где пузырек воздуха ближайший? О, есть. Тихо. Не бубни. Так, это я уже тут нашел. Маячок я поставил, так что я не заблужусь. Тот старый я все-таки нашел. То, что я пытался строить и... Разобрал его. Сейчас, подожди, вот, есть. Так, чуть у нас тут на потолке. А, это не сканировано. Золото. И титан, прикольно. Особенно титан, там где должно быть золото. Так, опять 30 секунд, надо ищем что-нибудь еще. По-моему, я туда же и приплыл. Да. О, пузырек. Пузыречек, иди сюда. Вот ты хорошо. О, огурцы эти. Еще батарейки, ладно, не буду брать. Мне нужно серебро. А его не так-то просто найти. Его тут мало. Хотя, возможно, надо искать получше. Так, что это у нас тут? Кварц давай возьмем.
титан тоже возьму пока что. Так, кварц. Кварц. А, вот, что-то интересное есть. Вот, сканирнем. Так, что там? О, зараза. Так, вот еще. Да ладно тебе. Давайте еще поищем, надо серебро. А еще нужен воздух. До моей базы сколько? 200 метров, блин. О, пузырек отреспавнился. Давай. Да тихо ты. Ну, что ж ты будешь делать, где что-то серебро? 30 секунд, говорит. Показалось, что там на стенке, но нет. Так, пузырек, пузырек. Вот тут должен быть пузырек возле моей базы. Заскочим. Посмотрим. О, отлично. Welcome aboard, Captain. Добро пожаловать на борт. Так, у меня здесь есть серебро? Наличие. Что искать дальше? Он потихоньку хилится, персонаж сам, так что ничего страшного там нет. Так, это нам не надо. Дайте серебро, дайте серебро. Бро, дай серебро. Так, валите. И не бубните там. Вот, нет. Надо искать все необычное. Есть проход. О, вот. Свинец, ладно, тоже пригодится, может быть, сделаю еще. Расширю базу, но мне, может, надо ниже в натуре тренять. Опа. А вот это надо сканернуть. Так. О, мы изучили новый этот вот. Как его? Мотылек, или как его там называют сейчас? Так, батарейка что ли села? Ешь твою медь. 30 секунд. Тихо. Не бубни. Да дайте, блин, серебро. Что за... О, пузырек. Значит, ныряем сейчас ниже. Чёртовой бабушки. Тут алмазы есть. О. Свинец пока не нужен. Ну, кстати, можно и бить. Чё это? О, литий? Да ладно. 30 секунд. Нифига тут нет свинца. 30 секунд. Так, что это за документ? Возьмем. Мели-мели. Дай воздух. Да что ты делаешь? 39 секунд. Стенки. Обсматриваем стены. Обязательно надо серебро. А еще надо, блин, пузырь воздушный, потому что все плохо. Так, есть дырочка, отлично. И тут есть воздух. Че это у нас? О, сканернем. Чертеж. Блин, что-то ресурсов. Сгулькин нос, так, аэрогель, отлично. 30 секунд. Давай, 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 сканир. Ах ты ж падла, пошла, пошла, пошла нафиг отсюда. Ой-ой-ой, давай валим отсюда. Воздуха нет нифига. Литий, литий. А нет, не литий. Дай сюда, блин, свинец долбанный. О, все, сейчас мы сдохнем. Да елки-палки. Все, что она собирала, все коту под хвост. Ну, где пузырек?
Может, и там? Чё вдруг? Иди сюда, скотина. Что такое? Не нравится, да? Козёл, блин. Тебя понюхал. Стой, 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 стой. Да блин, только что ж глотнул воздух, уже опять 30 секунд. Чё это за контейнер? А, блин, я же тут был, ладно. Давайте еще немножко пузырек возьмем. Что там такое? Это все стандартная хрень. Ладно, короче, я буду искать серебро. Да хватит уже, блин, воздух тратится просто безумно быстро. Так, вот в этой пещерке понаходил серебро и золото еще. Плюс тут повзрывались только что где-то рядом. Да не здесь, вот здесь. Вот тут вот я выплыл. Тут хорошие вещи, и тут эти вот твари повзрывались. 5 титан. Дай сюда. Сера нужна. Уходим. 15 секунд, блин. О, цветочек вовремя, вовремя ты всплыл. Спасибо. А то сейчас опять завернусь. Все, домой надо. Где мой дом, блин, вон. Ух, как. Да где он, бляха? Успеем, не успеем. Сколько мне время? 120 метров, быстрее наверх. Быстрее наверх. Так, надо поесть, ну ладно. Проблема с воздухом, а не с едой. Вот он, пузырек спасительный, давай. Отлично. Огурцы прям тут растут. Ух. Так, серебро есть, отлично. Стекло есть, баллон уже изготовлен. Что я хотел? Стекло. Стекло не здесь. Так. И сам баллон, собственно говоря, у меня вот тут. Оп. Ну, наконец-то мы сможем нормально подышать. Большой емкости баллон. О! Ну, вот это я понимаю. 135 секунд. А больше не дадут? Еще что-нибудь побольше? Нет. Ну что ж, погнали вниз. Вроде как я готов. К глубоководному погружению. Главное, чтобы тут пузырьки воздуха были где-нибудь. Опа, еще арагель возьмем. Возьмем все, что попадается, будем брать. У меня его не так много, на самом деле. Одна штучка только. О, отлично. Дальше пошли глубже. Еще аргель. Какая-то рыбка. Ух ты ж, тварь. Ты ж гадина. Отпусти. Сучка крашеная. Я в баню, блин. Дайте воздуха. Немножко. Ой, я застрял. В корнях этих долбаных. Так, еще аргель. Кстати, я его не сканировал, да? Он уже и не требуется. Опа. Берем. Так, два из трех. Не знаю что, но поехали дальше. Здесь ничего нет, кроме аргеля. Глубоко сколько ж? 300 метров, елки зеленые. Так, что-то есть. Еще это. Ох, литий. Это просто шикарно. Литий нужен просто вообще. Для будущего. Пока, по-моему, я не знаю, что с ним делать, но он нужен будет. Еще это. Не то. На его. А, вот еще литий. Класс, 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 класс. Еще литий. Так, рыбка. Иди до сюда. Потом я тебя с этим отсканирую, может быть, а может быть и нет. Воздух где?
Ёлки, зеленый воздух. Уже пора задуматься о воздухе. 54. Уже 48 секунд. Дайте пузырь. Ага, есть, вижу. Шикардос. Ах ты ж падла. Ой-ой-ой-ой-ой, ты шо? Блин, я его не заметил даже, скотина. Так, у нас со здоровья вообще нет. Так, что там? Немножко использовали. Так, давайте попробуем с этой стороны. Можно? Блин. А тебя как сканернуть-то? Отсюда можно. Какая-то хрень. Сейчас, 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 ищем, ищем. Может, тут пузырек уже опять отреспаунился. Да, отлично. Только не подплываем близко к этой гадости, а то он нас сожрет. Так, алмазы, да ладно. Аж две штуки. Найс. Чё это? Трава. Пять аргель, сколько места? Хватит, давай сюда, аргель. Ой, блин, воздух, воздух. Ёп! Да твою ж! Налево, на тебе, по морде. Плыви давай. Блин, мало с собой взял. Да бери воздух. Блин, эти щупальца меня уже нас... Сука. Да иди нафиг. Ни хрена она достает. Ну, ой, блин, где ж воздух взять? Сейчас сдохнем тут, почем зря. Оу, what the heck is this? Блин, воздух нужен, вали. Да какой нафиг обломок, дайте воздуха. Все, походу, скоро тут и загнется. Оксиджин, да. Нет оксиджин, есть оксиджин. Фух. Так, 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 так. Твари-то нету. Да блин. Короче, надо, наверное, вверх идти, потому что я сейчас тут не выживу. Либо посмотреть еще один пузырек где-нибудь. Есть. Есть. Вернемся сейчас назад. Да твою мать! Весь вопрос теперь, как теперь опять найти эту, блин, пещеру долбаную? Я там не случайно-то забрел, а теперь, блин, попробуй найди ее. А вот эта тварь, которая меня хватала. Вон тут пузырек, значит, это я оттуда выплыл. Ух ты, блин, у меня уже эти щупальцы красные уже. Да, блядь, так как же на таком расстоянии ты, сука, до меня достаешь? Да возьми ты пузырь, давай вот сюда. Здесь две бриллианты, алмазы, то есть и вход в пещеру. Может, фонарик включим? За это концу. Или это было не здесь? Я тут уже столько плавал, что я не помню нифига уже. Так, литий. Дай сюда. Алмаз. Тоже сгодится. Пятеро гель. Ну, берем, потому что я все просрал. Показалось, что ниже, но нет, ниже некуда. Так, о, пузырек, спасибо. Так, еще один вижу пузырь. Смотрим, нет ли этих тварей рядом. О, отлично. Вот здесь. Это замерзший этот вот. Так, рыбка, стой, 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 стой. Иди сюда. Я тебя потом съем.
Что такое фонарик? Есть у нас на этом? А, батарейка. Японский бог. А у меня-то нет батарейки. А, нет, есть. F. Тут я думаю, что за ботва. Лети, иди сюда. Так, сканер. Блин, титан. Я уже досканировал. Аргель возьмем. Давай, давай. Я опять вернулся, что ли, к этой же фигне? О, алмазы, алмазы. Они там нужны для ремонтного инструмента, если я не ошибаюсь. Блин, видите, так тяжело рассмотреть. А еще тяжелее воздух увидеть. Пузырек. Ага, есть. Молодец, вот пещеру нашел. Теперь я уже не найду ее. Случайно, блин, попал. А теперь... Теперь ты попал действительно случайно. Непонятно, в куда. Что там такое? Так, есть еще для изучения. New technology created. Отлично. New blueprint, отлично. Так, может быть, я здесь был. Ох, воздух, вот это по-любому надо. Так, ну давайте эту фигню сканируем тоже. Опа. Еще хорошо развитие идет. Где ж тут литий? Или что-нибудь? Вообще пустовато как. Ох ты ж тварь, я тебя заметил. Блин, да тут потолок. В сторону. Просто в сторону. В бок. Батюшки святые, что тут делается? Да блядь. Иди нафиг. Тварь. Где воздух? А вот он. Пошел в баню, скотина. Как эта тварь хоть выглядит, Диана? Чуть на стенке, ничего. Так, вот пещера какая-то есть. Возможно, тут сейчас найдем этот кристалл. Не кристалл, а этот, как его? Чуть там находил. Так, ну давайте еще эту фигню сканируем. Понятно. Так, о, воздух отлично, прям то, что надо. На, бери. Что это у нас? Даже не знаю, но сканируем. Так, 2 из 3, тоже нормально. Так, ниже идет. Вот он, наконец-то я нашел тебя. Что за хрень-то? Быстрее, быстрее. А близко? Ты не сканируйся, нет, ты. Блинский, блин. Так, понятно. Валим, 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 валим воздух. 30 секунд. Оксиджен. Вот я вижу пузырек. Дай. Отлично. Что это там внизу? Ага, я тебя вижу, скотина. Так, где пузырек еще? Давайте пузырьки ищем. О, шикарно. Так, а теперь бы еще какой-нибудь материал. У меня совсем мало всего. Ну как мало? Литий, шмитий, но нужен что-то еще. Рубины, наверное, еще ниже находятся. Я просто... О, отлично, воздух. А, дальше некуда ползти ниже. Возможно, это вообще не в этой... Не в этой территории. Все равно еще погоняем чуть-чуть здесь, по кругу. Я там не все, собственно говоря, отсканировал. Тут что-то есть у вас в этих трубках? Походу тут ничего нет.
Ну, прикольно выглядит, ничего не скажешь. Так, кто-нибудь воздухом там со мной поделится сегодня? 39 секунд. Алло. Вижу. На-на-на, не бубни. Эрогель, шмэрогель. Так, вон-то тварь. Значит, где-то воздух должен быть рядом. А, он закрылся, а я его уже и использовал. Блин. А давайте их на стенах что-то есть. Где-нибудь рубины. Алмазы. Да блин. Отвали. О, воздух, воздух, вижу, вижу. Так, походу надо подниматься, я сильно рискую. Да блядство. Да отпусти меня, скотина. Так, все. Лапы, руки в ноги, вперед отсюда. Воздух. Тихо, не бубни. Фух. Так, что это? Даймондс, давай сюда, алмаз. Так, ну это у нас как бы есть, это есть. И там наверху. Где мой этот? Вот он, быстро, быстро. Желательно без приключений бы добраться. 30 секунд. Жалко, шифтить нельзя. А вот моя база, отлично. Так, рыбовода и акула, не в баню. Давай, 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 давай. Успел. Так, значит, хорошо. Что мы там понаходили-то? Кстати, я могу сделать вот этот вот титановый слиток, допустим, и... Литний-то у меня есть. Эта вещь пригодится. Плас... Этот вот слиточек хороший. Так, еда. Так, сидим. Так, это что у нас тут за табуретка? О, сборщик транспорта, да ладно. Отлично. Мы нашли. Опа, пузырь. Не стоит им пренебрегать. Так, это простой материал. О, это уже поинтересней. Титан, блин. О, золото. Так и золото, да. О, отлично. А ты давай свинец. Серебро, то есть. Есть серебро. Бро, это серебро. Опа. Золото. Еще возьмем. Так, не надо там ко мне лететь. Эти твари мелкие. Так, воздух вижу. Рыба-камикадзе, блин. Так, где еще что-нибудь есть на потолке? Так, надо батарейку еще сделать одну. Ой. Ладно. Да хорош там. Я вас не сканировал? Нет. Или да? Странно что-то. А что ж было за сканирование того, что? Непонятно. А вот. Титан. Ну, еще что-нибудь дай. Да-да-да-да, серебро. О, отлично. Перный театр. Как они мне все время... Блин. Я их все время путаю, блин, с этим... Смотрю, необычное что-то. Это совсем даже... Ну, падла, сиди там. Ну, тут он есть. Ладно, вернемся назад. О, а вот и воздух. Заберем еще серу, она тоже нужна. Так, вот это вот. Ага, сканировать надо.
Есть. И что там? Ух ты, ё! Назад. Так, ну что ж, давайте изготовим наш зарядочное устройство. Отлично. Заряжать. Давас и трис, отлично. Неужели больше нет? А фиг тебе. Давайте просканируем его. Ну, есть. Уходим. Да, блин. Вот так вот. Ох, тут их сколько. Чё это, соль? Пузырек. Пещерка, кстати, я тут вроде как и не был. Кварц, берем. Давай еще титан. Медяха. Пойдет. Так, что это? Ага. Ну, это я уже изучал. Ух ты, блин. Ты что, хочешь пободаться со мной? Ну, стой, стой, стой. Куда, куда ты уходишь? Это ты сдох, скотина? Нет, не сдох, текает. Так кто теперь хищник, а? Ой, нет, не надо, не надо там мне. Ах, сдохла тварь. Вот так тебе и надо. А где эта зараза, которая взорвалась? А, вижу. Сера пригодится. А это что за выступы? Ну что ж, в принципе, это, наверное, как бы уже пора бы и заканчивать. Хотя, вот эту штуку еще сканернем. Свинец. Воздух. Ну, пора плыть. Ух, какой тут разнообразие. Разноарбузие. Серебро, да ладно. И золото. Воздух. Серия длиннющая будет, но я ее буду резать, поэтому постараюсь сделать ее не сильно длинной. Наберишь ты. Где еще? Где еще? Чего сканировать нельзя? Колонны. Круто. Здесь внутри есть воздух, аж нормально. Hello? Hello? Есть кто-нибудь дома? Так, у меня батарейка походу села. А нет, 15%, мы еще пока поживешь. Human, turn back. Why? You were sent here to harness me. I will destroy you first. You're not sure of my intentions. Are you afraid? I am all powerful. I came here because I'm curious about your people. It sounds like you're in trouble. My storage medium is failing. Меня уже отсюда не выпускают. You're dying. I am considering my options. Storage medium found. What does that mean? Storage capacity was identified on your person. Where? Мне нужна емкость для загрузки. My PDA. Hello? Hello? Блин, ну и лабиринт тут устроили. Там, конечно, как бы сюда. Но тут должен быть робот. А вот он. Он безобидный вроде как.
Ага. Инопланетный робот. Так, возьмем кубиков пару штук. Ну все. Че уж там. Ой, блин, надо было сканировать ее. Блин, пугаешь меня тут. Так, три. А чё только три, дайте четыре. Хочу четыре. Ну вот. Блин, меня уже отсюда не выпускают. Ну что ж, а на этом я буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.